По нашим сведениям, президент Арцаха Арай Карутюнян написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал ответить ему в течение нескольких дней, что они готовятся сделать в Арцахе, действительно ли они продолжат выполнять миротворческую миссию, куда также входит обеспечение свободного передвижения арцахцев. Если они не собираются контролировать ситуацию и открыть дорогу, то у Арцаха должна быть четкая информация об этом, чтобы определиться со своими последующими действиями. Как говорится, они неисправимы. Классический пример раболепства и малодушного страха. Пока шеф не даст добро, мы ничего не сделаем. А Владимир Владимирович должен сказать: «Да, больше не надейтесь на меня, обратитесь к международному сообществу или сами позаботьтесь о себе, рабы». Дорогие соотечественники из Арцаха, окончательно перестаньте связывать надежды с этими рабами Путина. Поднимитесь и у Запада просите международные миротворческие силы. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.